Друзья, всем привет! Давно не виделись, давно не выпускал для вас какие-либо видео, уже, наверное, как месяц прошел. Ввиду того, что крайне мало времени, сейчас расскажу почему. Надеюсь, вы оцените эту информацию. Я очень старался это сделать, чтобы все было круто и на высоком уровне. Хотелось бы еще сказать по автомобилю. С автомобилем все хорошо, все круто, вертится, крутится. Вот в данный момент еду на машине по области. По технической части все идеально. Поменял задние колодки, поменял антифриз, ожидались морозы, поэтому решил поменять. Ну и, соответственно, обычное ТО и обслуживание тормозов. В остальном все круто, все вертится, крутится. По расходу, тем, кому интересно, на данный момент 7,7 километров на литре. Вот у меня была полная заправка, проехал 414 километров, остаток хода еще 55. То есть примерно бака на 450 километров хватает. По чекам считал, вот последние 4 заправки у меня были в районе 14-14,5 литров на 100 километров. Соответственно, я 15 литров на 100 километров, этот рубеж я не преодолел еще ни разу. У меня вот средний 14 расход. У меня, конечно, нету каких-то жестких пробок, жесткой эксплуатации. Наверное, соотношение город-трасса 30 к 70, примерно так. То есть ежедневно езжу, но в основном вот по вот этому маршруту, по которому я сейчас еду. Потом въезжаю уже в город, и там еще, наверное, минут 15. Поэтому расход, конечно, в городе будет побольше, наверное, в районе 15-16 литров. Это именно городская эксплуатация с пробками. Еще хотелось бы что сказать по машине. Мне она, блин, вообще очень нравится. Я кайфую. Ускорение, момент тот, который выдает этот мотор, это прям кайф. И, соответственно, вот мы едем спокойненько, если нужно, 1500 оборотов, там 80, 90, 100. Расход минимальный. По трассе десятку при скорости 130-140 получить возможно легко, прямо не напрягаясь. Поэтому, если кто парит расход на V8, друзья, не парьтесь. Вот Toyota Crown Majesta и Toyota Celsior в рестайлинге с шестиступенчатой коробкой дают вам адекватный расход при очень большой мощности в 280 лошадиных сил. Друзья, а теперь та самая информация, о которой я хотел вам рассказать. В связи со всеми теми запросами, которые мне поступают в личку, ВКонтакте, в Инстаграме, пишите его на Ютубе, я решил то, что я буду самостоятельно вам помогать в покупке автомобилей из Японии, не передавать это дело на сторону и все делать для вас в лучшем виде. Я долго искал компанию дилера в Японии, которые бы дали мне хорошие цены при их хорошем рейтинге. И в итоге я заключил договор с компанией ISJ Автоком Japan, которые будут нам помогать в покупке автомобилей на аукционе в Японии. Это очень хороший дилер с высоким рейтингом и с хорошими ценами по расходам по Японии. Они нам будут, соответственно, выкупать наши лоты, привозить их себе на площадку, грузить в контейнера и отправлять уже к нам. Это не может не радовать, я готов вам предложить хорошие цены в связи с тем, что я работаю с ними напрямую, никаких посредников, вообще никто лишний в этом не участвует. Есть я и есть два человека, которые будут растамаживать эти автомобили, ставить их на учет и выдавать вам уже со всеми выездными документами в Абхазии. Соответственно, друзья, всем, кому интересны данные автомобили, обращайтесь, пишите в личку, в Инстаграме, ВКонтакте. Я вам помогу, расскажу все как, чего. Все будет честно, все будет напрямую, в открытую, никаких подводных камней, все как есть, все буду рассказывать. Соответственно, жду ваших сообщений, жду ваших обращений, готов всем помочь. Сделаю все так, чтобы было все на высочайшем уровне, чтобы все были довольны. Что хотелось еще сказать по данному автомобилю и в целом о том, на чем я езжу и как я буду дальше ездить. Данный автомобиль, по сути, уже продан, и в марте, в начале марта, этот автомобиль уедет к новому владельцу. Я поеду в марте и вернусь на другом автомобиле, на этом же учете. Это будет, скорее всего, Honda Elysion, трехлитровая на переднем приводе.
Соответственно, будет новая история по новому автомобилю. Довольно популярная машина. Думаю, тоже всем будет интересно посмотреть этот минивэн. Сделаю на него обязательно обзор. Сделаю поездки от первого лица. Обязательно все будет подробно, ясно. Кстати, хотел бы обратить внимание, друзья, всем, кому интересно, подписывайтесь на Инстаграм. Поездка в Абхазию будет записана, и в течение всей поездки будут постоянные стримы в Инстаграме, прямая трансляция будет обязательно. Поэтому подписывайтесь, чтобы следить, чтобы быть в курсе. Я ежедневно веду стримы в Инстаграме для всех, кому эта тема интересна, чтобы вы более подробно вникали, то есть там задаются ежедневные вопросы, да, одни и те же, но я на них отвечаю, готов отвечать, поэтому подписывайтесь, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube, потому что новая поездка будет здесь, будут видео с разгрузками, будет очень много контента, связанного именно с автомобилями из Японии. Я думаю, это будет интересно, я готов делать все это дело качественно, достойно, чтобы вы были довольны. Ну и, соответственно, готов предлагать вам адекватные цены. Друзья, хотелось бы еще сказать, почему и как я к этому пришел. Да, кто-то скажет, что я завел канал для того, чтобы продавать автомобили. На самом деле это не так. Я завел канал именно для того, чтобы рассказывать свою историю эксплуатации. Но вот так вот все обернулось, люди интересуются, и я не мог это просто упускать. И, соответственно, сейчас это перерастает уже в эксплуатацию автомобилей и помощь в приобретении автомобилей из Японии вам. Я также буду продолжать снимать видео по эксплуатации разных автомобилей. Теперь уже точно будут разные автомобили. Будет Majesta, вот это она уже будет продана. Будет новый владелец вам рассказывать. Далее будет Honda Elysion, будет, скорее всего, 200-я Majesta. Будет очень много автомобилей, думаю, будет интересно. Да, некоторые люди не поверят мне, я понимаю это. Кто-то отпишется, кто-то скажет, что это обман. Это неизбежно, я это понимаю. Но я надеюсь, многие люди все-таки оценят мои старания, оценят мое движение в этом направлении. И я надеюсь, вы ко мне придете именно потому, что я буду откровенен с вами. То есть я буду вам говорить только чистую правду, все буду рассказывать как есть, без всяких подводных камней, то есть доносить до вас чистую информацию, чистые цены, и все будет откровенно. Поэтому, друзья, всем, кому интересно, пишите в личку, кому интересны дальнейшие истории, подписывайтесь на канал, обязательно подпишитесь на Инстаграм, потому что в Инстаграме вся основная информация. Я надеюсь, вы сделаете именно так. Поэтому в Инстаграме будет очень много информации. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за понимание. Друзья, до встречи. Пока.